Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня, ранний доступ. Так, колода бабаха, называется «Могучие ягоды». Так что используйте электрочернику, чтобы сразить профессора мозговая атака с 30 единицами здоровья. Вы в своем уме ли? Профессора, мозговая атака, у которого еще 30 единиц здоровья, и я с какими-то ягодками? Это явно прикол, да? Что вы мне тут даете? Зачем мне вот эту вишню? Ой, все, ребят, я не знаю. Нет, конечно, клубника, это все хорошо, но... Ну, этого мы можем убить, в принципе, ребят. Это не проблема. Чтобы он тут заклинашки свои не применял. Так, давай, на тебе. Это что, мы 6 единиц урона ему наносим? Да? Слушай, я, наверное... Ну, я не знаю, ребят, сделаю его так вот. Возможно, сейчас... Да. Ну, не повезло. А может, повезло, фиг знает. Тогда повезло, ребят, тогда все очень даже круто и шикарно. Так, я, наверное, сделаю вот таким вот образом. Так, 2-1. Угу. Давай смотреть, что он сейчас будет делать. Наносит 2... Он решил так все-таки атаковать, да? И двух подтанцовщиков. Блин, плохо, что сюда встал, а? Плохо. Ну, что нам делать? Наверное, надо клубнику ставить, скорее всего. Ой, началось. Все растения получают плюс 2. Ну, поехали. Убей его. Дали возможность гаденушу набор сделать, а? Так, я, наверное, клубнику сюда поставлю. Ну, ёпарасоте. Что делать-то? Я даже пока не знаю. Я, наверное, все-таки сделаю вот так вот. Сейчас посмотрим, куда черника моя. Она уже никуда не ударит. Она уже никуда не ударит. У него опять сработает эта защита. Ну, ё-моё. Поехали. Сейчас этому достанется. Опа. Опачки. Так, ребята, у меня не хватает. У меня не хватает. Я офигею, сколько он там карт нахапал, а ты посмотри. Ну, еще не легче. Вы издеваетесь сейчас, что ли? Я не пойму. Так, короче. 4 и 3, да, получается? 4 и 3. Ну нафиг, блин. Ё-моё, вот это плохо. Это, ребята, очень плохо. Что я могу сказать? 2 и 3. Окей. Наверное, лучше так вот сделать. Так, ягоду, ягоду. Угу. А вот там я не знаю, ребята, кто у него вылезет сейчас. Понятно. Профессор Шелупонька. Естественно, с доборами. Или куда же без этого-то? Нет, ну не надо зомби, блин, ставить. На тебе.
Все, ему крышка, ребят. Все, 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 парень. До свидания. Фьюх. Забомбашили мы этого профессора. Мозговая атака. И делаем ежедневки. Что у нас тут? Нанесите 20 единиц урона героям моря в доспехах. Потом разгромом. И выиграть многопользовательскую. Пошли на орех. Пойдем попробуем поиграть за орех. Погоди. Погоди секундочку. Так, я хотел глянуть, что у нас... Что это вообще за орех хоть? Что там у него? Это орех у нас на хилах. Угу. Ну, поехали. Блин, да что ты... Попробуем. Если на хилах, ребят, не сработает, попробуем на орехах. Но на орехах будет сложнее. Так, 27-й ранг против меня. Это бесячество. Это, ребята, у нас будет беся... Ну, что вы тут мне... Во. Пускай хотя бы так. Ну, вот этот гриб, конечно, вот сейчас вот он не в тему будет. Так, первый ход у нас есть, как бы, да? Но я, наверное, пока не буду здесь ничего использовать. Посмотрим. Какое у него там заклинание? Я уже не помню, что у него есть. Ага, вот. Одно из заклинаний — это амфибии. То есть два бесенка получаем 4 в лицо. Допустим. Вот так вот, да? Погнали. А, он же нас не пробьет сейчас, ё-моё. Это нам пока не нужно. Что будем делать? Давай, наверное, бахнем этого чудика. Ха-ха-ха. Ты понял, что он хотел сделать? Через кровожадность и этот. Ладно, все, я его понял прекрасно. А, даже вот так вот, да? Пиратик у него там был. Давай я вот сюда поставлю. Как тусенка. Конечно, хотелось бы ландшафт, ребят. Я не знаю, я сейчас тут доиграюсь, по ходу дела. Защиту давай поставим, активируем. Чтобы просто урон не получить. 4 в лицо. Так, эти пускай там в холостую. Даже вот так вот, да? Ха. А что я если вот так сделаю? Поехали. Набирает карты. Я совсем забыл, что этот пират, блин, набирает карты. Ладно, ребят, ничего страшного. Надеюсь. Сейчас главное захиляться нам конкретно.
Поехали. Срабатывает защита. Пум-пум-пум-пум. Ну давай, давай, давай. Ты сейчас своих тут всех покоцаешь, парень. Всех своих. И этих, и тех. Три единички. Ой, ой. Ну и что дальше? А, вот так ты решил. Ну так даже еще лучше. Орех. Вот сюда мы его поставим. Так, вопрос теперь в другом, друзья. Если он этот ландшафт поменяет и поставит здесь прочерк, то это будет беда. Я думаю, ты понимаешь, да, о чем речь идет? Посмотрим. К счастью, у него этого нету ничего. Сейчас будет большой бум. Так, ну, понятно тут. Ну давай. Такой расклад тебя устраивает? И если я еще сделаю вот так и всему прочему, да и вот так, наверное. Бэм. Поехали. А я так и думал, ребята, что будет кровожадность и прочерк. Окей. Угу. Так. Ну, понятное дело, что погибнет у нас. О, как. Еще один шитик такой же вылез тут у нас. Давай, проверим. Так-с, поехали, цветочки. Угу. Так, замечательно. Ой, что ты сделаешь? Только давай не будем сдаваться, мне нужно 20 единиц урона нанести. Пиу. Вот теперь все. Теперь все хорошо. Ну, здесь орех затащил. Тут, конечно, он красавчик. Так, дальше нам нужно... Чего там? Разгромом. Вот где придется попыхтеть. Не, ну, в принципе, когда мы в прошлый раз играли, разгром, в принципе, неплохо, да, ребят? Разносил вражин. Так, что там у него за карта какая-то дополнительная? Так, а я уже не помню, что это дает способностью охоты. Пока даже не знаю. Наверное, оставим как есть. Да? Пока оставим как есть, ребят. Погнали. В прошлых сериях у нас разгром довольно неплохо себя вел. Справлялся. Ну, мы, правда, не очень долго играли. Там, по-моему, один поединок. Но он достойно повел себя. Но
Блин, орех. Орех же наверняка на хилках, 100% говорю. Что ты такой? Вот что это? Твою налево. Или на орехах. Тут одно из двух. Угу. А что я сделал? Что я тупанул? Он за ландшафт, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, сделаем именно вот так вот. Он решил поставить шипы. Это его, ребята, дело. Окей. А я ничего пока делать не буду. У нас есть вирус. У нас есть вирус. У нас есть вирусок. Блин, твою налево, я забыл же совсем. Погнали. Что-то мне кажется, разгром здесь у нас сдуется. Хочешь сказать, что у тебя нет орехов или что-то прикрыться? Да я не поверю в жизни. Ага, вот он что делает. Он перемещает, ребят. Кактус. Окей, ладно. Что мы можем придумать, ребят? Я не знаю пока. Так, сейчас мы окрепнем. Окрепли, блин. Тин-тин. Ну, этого можем подбить. Да пока я делать ничего не буду. Фонарь. Что будем делать, ребята? Можно так сделать, можно вот так. Поехали. Надеюсь, защита сработает. Сработает. Но только мне это ровным счетом, ребята, ничего не дает. По-моему, тут фейл. Тебе не кажется? Да ладно, я не... Ага, все, ребят. Все, доигрались. Это нас не спасет, блин. Ну, не повезло с картами, что я могу сказать. Плохая рука изначально нам выпала. Так, сколько мы нанесли ему? 5 единиц урона всего лишь. 5 единиц урона. Так, теперь нам выпадает Бонг Чой. Да что это за... Это, что это за колода такая? Ёб красоты. Не, надо менять, ребят. Это какая-то... Чушь. Ты заколебался своим кактусом, а? Парень. Уж не знаю, что ты там хочешь сделать. Твои кактусы достали просто в корень. Всех. Кого ты там поставишь? Опять кактус выставляет. Ну окей, окей.
меняет, да? Ну, окей. Даже не успел выстрелить, а? Бедолашка. Что делать-то, ребята? Что делать? А я, кажется, знаю, что делать. Так. Это, конечно, паршивенько, но надеюсь, сработает защита, ребят. Эх, не то чуть-чуть, ну ладно. Давай сделаем так. И сделаем вот так. Угу. Понятно, поехали. Пятерочку в лицо ему дай. На. Как думаешь, магилет у него есть? Наверняка же есть, да? О! Что делает? Погнали. Понятно, что там у тебя защита срабатывает. Но тут, конечно, не очень хорошо получится. Но черт с ним. Так, отдупляется парнишка. Дальше что делать? 5 и ничего, да? Блин, мне кажется, у него есть могилоед. Ну, сделаю вот так вот. И вот так. Угу. Прикрыл. Это ерунда. Погнали. Так, срабатывает защита. Что там, куда, я не знаю, там. Два удара по земле сделаешь. Бонусную атаку, окей. Пиу. И добиваем, ребят. Все. Все, здесь выиграли. Упс, нормально. Конечно, очень мало кристаллов, 135, но что поделаешь. Давай еще за кого-нибудь отыграем один поединочек. Давай за... Что там у нас? 10 карточек каких-то доп... Ага. Ну тут прям... Прям шикарно, у нас два таких есть. Можно, в принципе... А что, у меня тут типа на пиратах я хотел, да, сыграть? Так вообще, что на пиратах чисто играем. Ну да, что-то похоже. Ну... Давай попробуем. Давай попробуем именно вот этой колоды. Ничего не изменять не будем. Так, в принципе, она как бы неплохая, но... Как там уж, блин.
Как оно пойдет? Да уже никак не пойдет. Ночной колпак, ребят. Сейчас начнет тут тыры-пыры тролливали со своими этими. Ё-моё. Не знаю, что с этим колпаком сейчас будем делать. Ну, проигрывать. Ребят, проигрывать. Что еще можно с этим колпаком тут делать? Ох, сейчас начнет шуршать. Давай посмотрим, что он там. Что у него там есть? Оу, рикошет у него. Хорошо, прокачался, да? Погнали. Неужели у тебя еще могилоед есть? Да вы серьезно, что ли? Какие у него есть? Ну ладно, давай сделаем, блин. Только 4 энергии. Можно выкинуть его к ядрине фени, да? Можно... А можно сделать и вот так. Грибочек. Поехали. Так, сейчас защита, да? Да, защита срабатывает. Так, ну мы ее пока придержим. Блин. Ну, я вот так вот сделаю. Я удивлен, что ночной колпак без грибов как-то... Накаркал, блин. Без грибов. А если я сделаю, например, вот так. Ага, ага. Без грибов, да, называется? Это, друзья мои, называется без грибов. Давай заморозим вот эту гадость. А сами переключимся вот сюда. Ну, этого паршивца, естественно, уничтожим. Поехали. Куда бомбанет? Блин, в меня именно дал, а? Если у него еще один такой гриб будет, все, ребят, тут... Ты серьезно? Выдал мне тоже квазимоду этого. Так, ну что, он может, ребята... Гриб вызвать, который меня уничтожит. Поэтому здесь я не смогу ничего сделать абсолютно. К сожалению. Ну это, блин. Давай еще. Ну вот, ребята, у него даже микс, оказывается, был. Окей. Надо все равно сыграть. Да ё-моё, то роза, то это. То все. Да что ты мне выдаешь-то какую-то трембуху, блин. Нафиг мне нужен на 7 энергии-то. Твою налево, а. Да, короче, тут понятно, ребят. Ну сами видите, ну что это такое, ну. Ну что вот это такое вот? Надавали мне, блин. Это просто издевательство, идиотизм. Мне от вашей бочки ни холодно, ни жарко. В данный момент, вообще.
От этого профессора тем более. На чем, на хилах, что ли? Не спешит. Да на хилах, скорее всего, ребят. О, видишь, что творит. Ну, заморозим, она превратит его в кого-нибудь сейчас. Фиг знает в кого. Ну, видишь, случайного зомби. Оп. Ну, мы... А, мы сейчас ничего не делаем. Ну, видишь, еще одного выставил. Так. Сейчас будем смотреть, что он будет делать. Заморозка или что там у него. Слушай, ну он на фасон, на бобовых, что ли? По-моему, на бобовых, да? Он хочет сыграть. Мне больше бесит, что мне на воде некого поставить. Вот это меня раздражает. Это прям раздражает, друзья. Посмотрим. Да, ладушки. Так, поехали. Блин, почему защита не сработала? Ё-моё. Все зомби-лаборанты наносят бонусную атаку. Давай так сделаю. Так, 9 здоровья у меня, 9 у него. Заморозочка есть, отлично. Сделаем так. И сделаем, наверное. У него может быть могилоед, друзья мои. Такое может быть тоже. Тыква. Поехали. Ну, тыкву я давно, ребят, не видел, чтобы тыква была. Ладно. Ать, сейчас превратит его в козла. Ага, нет. У него не то выпало, да?
Угу. И все пока. Почему именно этого зомби он уничтожил? Я не знаю, ребят, но почему он именно этого зомби уничтожил? Ладно, фиг с ним, давай сделаем так. Ну, вот так, наверное, пока. Все. Роза повержена. Так, ну что, давай еще один последний поединочек сыграем и будем закругляться на сегодня. Так, каротин, это у нас ой, картошка, ну ты понял, это у нас морковь. Это у нас морковушка. Гладкая бородушка. Даже не знаю, что тут. Наверное, начнем вот так. Заодно и проверим, есть что у него или нету. Какая заклинашка? Заклинашки у него есть. Но он вызвал кактусенка. Все почему-то, ребята, у всех кактусята. Все любители покактусить, скажем так. Но здесь у меня только... Я сейчас возьму две карты. Это раз. Ну и сделаем, наверное, вот так. Это два. А пока других идей у меня нет. Заодно проверим на могилоеда, если он у него есть. Есть, ребята? Есть. Что там? Понятно. Так. Ну давай еще раз проверим, а что я? Неужели еще есть могилоед? Блин, ты посмотри, а. Надо было вперед этого встать, мы бы получили бы пирата. Упс. Это не очень хорошо, ладно, погнали. Если вот так сделаю, например. Опа. Опа. Хорошо. Пинц. Блин, сейчас у него сработает, ребята, защита. Защита. Но этого мы можем заморозить на воде, это понятное дело, да? А вот что он сейчас там... У него две способности можно. Но он, видишь, он перемещает. А зачем он это сделал, ума не приложу, если честно. Не приложу ума. Например, сделаю так и сделаем еще вот так.
Угу. Давай, тратится. Так что, меняешь? Это твое дело. Блин, вот это вот плохо. Вот это вот плохо, что сработало, а? Давай я сделаю вот так вот. Не забывай, что у меня есть прочерк. То есть, если я вот здесь вот поставлю прочерк, то... И все, ребят. Ну, он проиграл, получается. Понятно. Ну, не было у Каротина чего-то такого. 36-й ранг, в принципе, ребят, играбельный чувак. Должен был меня наказать, но... Возможно, ребят, колода просто, ну, не совпала. Такое бывает. Так что я уже этому не удивляюсь. Ну что, ребята, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!